Здоровый зверь, убеждают специалисты, и сам к человеку близко не подойдет. А для ослабленного это лишь лишний стресс. И понять, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля, может только профессиональный тренер. Голосовые какие-то вещи. Фырканье, цоканье, там еще что-то. Как они плавают, как они взаимодействуют с кем-либо. Это сразу все говорит о создавшейся ситуации. Вот. Когда лучше нам просто уйти, оставить, чтобы они успокоились. Вот это оно все раскрывается. Чего уж говорить, мне, конечно, повезло с работой. Вот такая песня для вас. От диких животных. На закате в центре реабилитации диких зверей назначен выпускной. И затрудняюсь сказать, кто сейчас волнуется больше. Я или тот, кто вот-вот должен оказаться на воле. Не знаю, слышно или нет, но внутри этой клетки у нас сейчас сопит енотовидная собака. Единственное, что отличает ее от енота и чем она похожа на собаку, это в форме лап. А так вылитый енот. И несмотря на кличку «Малыш», этот малыш весит не так уж и мало, поверьте мне. Мы несем его подальше от центра и поближе к заброшенной школе. Под этим зданием есть нора, где зверь сможет укрыться и пообыкнуться. Можно мне его выпустить? Пожалуйста. И все-таки главное, чтобы дикое оставалось диким. Я сейчас открою эту дверь и буду надеяться, что эта енотовидная собака уйдет и будет жить далеко от людей. Если честно, я думала, что малыш скроется в лесу моментально. Но нет, нам приходится его уговаривать. Свобода. Давай, давай. Малыш. Малыш пока не очень решается попрощаться со своей клеткой. Давай, давай, малыш, давай. Иди. Заставлять зверя уходить нельзя, и спустя 3 минуты попыток мы уже, кажется, в отчаянии. Но сначала мордочка. А потом он весь оказывается за пределами клетки. Это его первые шаги на воле. Всего пара секунд на раздумья и... Малыш убежал. Мне кажется, это замечательный финал нашего фильма. Приступая к съемкам, я думала, что буду рассказывать о том, что можно противопоставить дикой природе. А получилось в итоге совсем про другое. Дикость – это как раз то, как мы, люди, относимся к дикой природе. Из более чем 1 000 000 видов животных на Земле приручены всего 50. И лично мне теперь кажется, что этого вполне достаточно.